Здоровеньки булы! Мы, кубанские самостейники, рады приветствовать уважаемых участников форума. Про наш край говорят – житница России. А вы знаете, что такое житница? Это чей-то сарай или зернохранилище. И мы кардинально не согласны с таким положением вещей. Требование простое – это восстановление независимости Кубани, утраченной после короткого периода существования кубанской государственности и, соответственно, субъектности нашего родного края. Кубань должна перестать быть амбаром для последней колониальной империи Европы. Не важно, кто сидит на московском престоле, ведь пока жива российская имперщина, не будет ни нормальной жизни для регионов и народов, ни спокойствия для соседей. Это доказано самой историей России в любой красной или белой, либо триколорной ее мутации. Если человеческую жизнь не наладили за 400 лет со времен Ивана Грозного и не научились мирно сосуществовать с соседями и окружающим миром, не произойдет этого и сейчас. 100 лет тому назад, во времена легендарных Миколы Рябовола, Луки Бича и Василя Иваниса, во время той войны, которую в российской историографии ангажированно называют гражданской, хотя по факту это была освободительная война колоний против метрополии, Москва смогла удавить юное государство, чем украла у нас 100 лет возможности нормального развития жизни и интеграции в свободный мир. И сейчас приходит время исправления этих исторических ошибок и недоразумений. Рашистской системе не нужны заплатки. Империя должна быть отправлена в утиль истории. И это здорово, что именно такая постановка вопроса становится все более мейнстримовой в международном дискурсе. И данный форум тому подтверждение. Дякуємо вам за увагу. Разом переможемо.